Так началась работа научного сообщества. Да и в целом на конференции обсудили много насущных вопросов. Один из них – профилактика проб выгорания работников социальной сферы. В каждом учреждении разработаны программы профилактики профессионального стресса, в котором были включены ряд мероприятий. Некоторые я почитаю. Это проведение бесед, лекций, проведение групповых тренингов, предоставление отпуска согласно графику, ротации кадров. Со стороны участников конференции прозвучало такое предложение создать у нас в республике, в частности на базе нашего университета, такой некий центр социально-психологической реабилитации. Вы знаете, что у нас есть очень хороший лагерь на берегу Байкала и, возможно, по аналогии с другими центрами, которые находятся в республике Крым и в Евпатории, в других частях европейской части нашей страны, мы рассмотрим такую возможность. В конференции приняли участие преподаватели, врачи и специалисты из 8 регионов России, а также Республики Беларусь и Монголии. Вот всю жизнь занимался торакальной хирургией. Лечил больных, оперировал их. Но что в этой конференции интересно, в том, что она рассматривает и вопросы социально-медицинской защиты, сопровождения тех пациентов, которых мы оперируем. Об этом мы будем и говорить. В том числе о медицинской реабилитации пациентов, которые у нас прооперированы. Кроме теории, на конференции прошли научно-практические семинары, круглый стол и курсы повышения квалификации. Мероприятия начались еще 20 сентября. Завтра, в завершающий день, участники посетят посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Дансамаю Шеева, Жаргал Эрденеев, телекомпания ТВ.